Всех приветствую! Появилась тут у меня возможность немножко поностальгировать по старым компьютерам, ну и решил я снять об этом видео. В общем, принесли мне тут по работе компьютер, который очень сильно по характеристикам похож на один из компьютеров, которым я достаточно продолжительное время пользовался когда-то. Вот такая машинка на 478 сокете, здесь установлен процессор Intel Pentium 4 с частотой 2,4 ГГц. Без Intel Pentium 4 это был бы просто серый ящик. Именно такой процессор у меня когда-то и был, он 32-битный, одноядерный, но зато хотя бы умеет в гипертрединг. Ну и что еще более важно, он поддерживает инструкции SSE 2, благодаря чему он может запускать многие современные программы, в отличие, например, от третьих пентиумов. А компанию данному процессору составляют целых 2 гига оперативной памяти DDR1, набранные 4 плашками по 512 метров. Память работает на частоте 400 МГц в двухканальном режиме. Ну а видеокарта здесь Radeon 9600 XT на 256 МБ. Помню, что у меня была похожая видяшка, но немного поскромнее. Radeon 9600 Pro на 128 метров. Ну и судя по данной таблице, частота у нее также была немного ниже. В процессе тестирования операционная система, как и все игры, будет запускаться с вот такого жесткого диска, IDE-шного на 160 гигов. О том, почему он лежит на дне системника, расскажу в конце видео. Ну а в качестве операционной системы я установил Windows XP. Причем вот такую говносборку Honor XP. Страшно она, конечно, выглядит, но я тогда таким пользовался, ну и тогда это было оправдано. Это сейчас я, конечно, перестал любить говносборки и ставлю чистую винду, но тогда все было по-другому. Давайте же теперь на этом компьютере запущу несколько игрушек и посмотрим, как он их потянет. А помогать в этом будет Fraps, который будет показывать FPS. Видеозахват же выполняется на втором компьютере через карту захвата, но при этом изображение в процессе игры я вижу на мониторе с разрешением 1024 на 768. Соответственно, большинство игр именно в нем и будут запускаться. Ну что ж, приступим. Ну и первая игра, о которой хотелось бы рассказать, она на самом деле никак к тестированию компьютера не относится, это игра Мархухм 2. Просто я вот за нее вспомнил, потому что в те времена, в том числе и в такой, играл иногда. В общем, это достаточно простенькая офисная такая времяубивалка, пойдет она, соответственно, на любом ведре. Вот, ну и задача здесь состоит в том, чтобы отстреливать летающих куриц и зарабатывать очки. Но при этом на карте есть еще много других мест, в которые можно пострелять, ну и таким образом зарабатывать какие-то бонусы или антибонусы. В общем, тут много таких вот приколюх, секретов. И я просто вспомнил про эту игру и захотел вам ее показать. Если вам нечем заняться на старом компьютере, то можете попробовать. Следующая игра — это Command & Conquer Renegade. Практически единственный шутер в данной серии. Ну и мне он нравится просто потому, что ну, тут куча всякой техники, куча разных пушек. Опять же, вот противники подсвечиваются, техника подсвечивается, создает ощущение такой дополненной реальности. Ну а многим эта игра нравится тем, что они играли в стратегии данной серии, ну а тут можно как бы посмотреть все это от первого лица. Ну, так или иначе, на данном компьютере игра идет, как видно, вполне себе нормально. Большую часть времени стабильные 60 FPS. Ну, хотя в некоторых местах она может подтормаживать. Как показывает практика, она это делает вообще на любых компьютерах. Видимо, просто потому, что она так сделана. То есть это, скорее всего, ей не хватает ресурсов, а просто она какая-то немножко косячная местами. Но, тем не менее, на игру, на игровой процесс имеется в виду, это практически не влияет. Вполне можно тут побегать и пострелять тупых врагов. Ну, вот как видно, чем я тут сейчас и занимаюсь. Это здание за дамбой, электростанция МОД, которая обеспечивает энергию остальные строения на этой территории. Следующая игра — это нашумевшая в свое время «Растение против зомби». Ну и я решил эту игру также включить в подборку, потому что она как бы с одной стороны является такой же простой нетребовательной времяубивалкой, как Мархухм, но при этом она довольно новая, ну по сравнению со всем остальным компьютером. Все-таки игра 2009 года, а комп примерно 2003, наверное, ну около того. Так что интересно мне было посмотреть, как она на нем будет работать.
Ну и как видно, работает она здесь вполне себе неплохо, стабильные 60 FPS, никаких проблем. Но правда, это первые уровни, тут еще не так много растений, не так много зомби. Возможно, на каких-то более поздних уровнях появятся какие-то подтормаживания, но я думаю, сильно они на процесс не повлияют, даже если будут. Ну а вообще, я в эту игру играл в основном на нетбуках, еще будучи студентом, и она мне очень сильно помогала не заснуть во время скучных лекций. Следующая игрушка посерьезнее, но зато она более старая. Это Quake 3 Arena, как вы видите. Ну и здесь получается стабильно 90 FPS, при том, что настройки графики максимальные. Видимо, здесь выключена вертикальная синхронизация, но есть какое-то другое ограничение, из-за чего FPS выше 90 не поднимается, но зато на таком уровне он держится вполне стабильно, ну и как видно, игра идет в целом нормально, так как и должна. Но я сейчас тут играю с ботами, причем довольно легкими, поэтому сильно не стараюсь, но вообще данная игра неплохо подходит для пострелушек по сети, поэтому если вы можете собраться какой-то небольшой компанией на какой-нибудь лан-пати из старых компов, то вот в Quake 3 вполне себе можно погонять. Ну а если вы так же как и я предпочитаете синглплеерные коридорные шутеры от первого лица, то наверняка вам понравится вот эта игра «Возвращение в замок Вольфенштейн». Сделана она в принципе на том же движке, что и Quake 3, поэтому и работает здесь в принципе аналогично. Так что здесь мы видим все те же стабильные 90 FPS, независимо от обстоятельств, ну и все точно так же нормально работает. И поэтому вот так вот погонять в Вольфенштейн и пострелять немцев тут очень даже можно. Ну а вот с более новыми частями Вольфенштейна, боюсь, так не получится. Ради интереса я поставил Вольфенштейн 2009, и он тут работает примерно вот так. И проблема даже не в том, что картинка тормозит, проблема в том, что управление не слушается, то есть иногда я нажимаю стрелять, а он не стреляет, ну и как бы это вообще ни разу не играбельно. Но вот зато Revolt здесь очень хорошо работает. Как видно, сейчас стоят, в общем-то, максимальные настройки графики, все включено, что только можно, ну и на этих настройках он вполне нормально работает. Видимо, здесь нет ни вертикальной синхронизации, ни каких-либо других вещей, искусственно ограничивающих FPS, ну и в общем-то компьютер отрисовывает столько кадров, сколько может. Ну и поэтому показатели скачут примерно от 100 до 300. Ну и понятно, что с такими значениями вполне нормально можно играть вообще без каких-либо проблем. Ну а так, Revolt — это такая вот детская гоночка на игрушечных машинках, тут можно стрелять, ну и в общем... Довольно веселая игра для своего времени, но правда управление довольно сложное, как мне кажется. Тяжело контролировать машинку, ну и поэтому данная игра мне не очень сильно нравится. Мне больше по душе вот эта игра, Stunt GP. Она в принципе похожа и по жанру, и по смыслу. Это тоже гонки на радиоуправляемых машинках. Ну и игра, в принципе, она тоже не требовательная, но она какая-то капризная. И на некоторых компьютерах она не работает, ну просто потому что. Вроде бы ресурсов хватает, но вот не идет и все тут. Либо просто не запускается, либо, как в данном случае, она в принципе запускается, и даже вон счетчик показывает 50 FPS, но при этом каждые пару секунд игра просто тормозит где-то на полсекунды, на секунду, и вот такое стабильно случается, независимо от того, что происходит на экране, независимо от моих каких-то действий, как в самой игре, так и в меню. Да, тут еще какие-то глюки со звуком в это время происходят. Ну, в общем, по каким-то причинам игра здесь отказывается нормально работать, хотя даже на более слабых машинках она может идти нормально. Это чисто как повезет. Ну и вот в данном случае, видимо, не повезло, игра работает некорректно. Я думаю, это можно как-то починить, если там попробовать разные версии драйверов или что-то еще, но вот не работает она здесь нормально. Следующая игра — это Unreal Tournament 2004, и в принципе она не должна тут идти на максимальных настройках, но я решил поставить максималки и посмотреть, что будет. Ну и оказалось, что тут все сильно зависит от ситуации и от карты. Вот на более простых картах, например, игра идет в принципе нормально, вполне можно вот так вот побегать, пострелять, но если выбрать какую-то более сложную карту, где больше всяких эффектов, больше объектов, то игра уже идет со значительными тормозами. Ну и в принципе можно нормально поиграть, если снизить настройки, но вот на максималках она идет как-то так.
Следующая игрушка — это вот такой вот прикольный шутер «Серьезный Сэм». Это самая первая часть, ну и как видно, конкретно в данном месте все работает вполне нормально. Фреймрейт нестабильный, но достаточно высокий, то есть он там скачет обычно выше 60, и играть так вполне нормально. Но, к сожалению, не всегда все так хорошо, и бывают в игре места вот наподобие этого, где компьютеру приходится чуть сложнее, и как видно, тут уже кадры падают ниже 60, ну где-то до 40. В принципе, это все еще играбельно, но уже так чувствуется, что компьютер с трудом эту игру вытягивает. Серьезный Сэм Второе пришествие работает здесь еще хуже, хотя данная часть сделана в принципе на том же движке, что и предыдущая. Видимо, тут добавили немного больше эффектов, немного больше объектов разных, ну вот в частности растительности тут явно побольше будет. Ну и видимо из-за этого компьютер с этой игрой уже не справляется на максимальных настройках. Думаю, что если настройки понизить, тогда можно будет поиграть, ну а при максимальных... Поиграть, конечно, тоже можно, но вот получить удовольствие от игры уже вряд ли получится. Игра Stalker Тень Чернобыля, и настройки графики я здесь поставил минимальные, статичное освещение, но только разрешение 1024x768. Ну и почему я эту игру вообще запустил? Да потому что у меня было видео про старый компьютер с играми для него. Ну и там многие в комментах писали: «Сталкер, Сталкер, как ты мог забыть про Сталкера?» Да я про него не забыл, но просто вот на этом компьютере он работает вот так. В принципе, ну, он работает, но это 30-40 FPS на минималках, ну такое себе, на грани играбельности. А вообще, когда эта игра вышла, у меня как раз была Radeon 9600 Pro на 128 мегабайт, ну и там эта игра работала еще хуже. Я помню, что я пытался играть в Сталкера, но он сильно тормозил. В общем, играть было очень некомфортно, вот, ну и ничего хорошего из этого не вышло. Ну а потом, когда у меня уже появилось более современное железо, то у меня уже пропал интерес к этой игре, поэтому как-то Сталкер прошел мимо меня. Но в основном мне про Сталкера люди писали именно под видео о компе еще хуже, чем этот, поэтому ну там запускать Сталкера вообще было бессмысленно. Даже если бы он там запустился, там бы было ну в лучшем случае 20 FPS, так что ну, поиграть так, конечно, можно попробовать, но если больше заняться нечем. Я не вижу в этом никакого смысла, никакого удовольствия от игры в таком случае получить ну просто нереально. Ну и в принципе, Сталкер мне не сильно понравился. Ой, сейчас опять комменты, наверное, набегут школьники, которые будут писать, что это лучшая игра всех времен и народов. Я даже не спорю, но конкретно мне она не нравится. Просто потому, что ну, это шутер с элементами RPG. Вот если бы это был просто шутер, как Half-Life, например, только в Чернобыльской зоне, тогда бы он мне, возможно, больше понравился. Ну а так, я просто ну, не люблю такой жанр игр, скажем так. Поэтому вот Сталкер как-то меня мало заинтересовал. Хотя я помню, долго ждал его выхода, было интересно следить за новостями. Но когда он вышел, я его попробовал, то он у меня сильно тормозил. И более того, игра мне показалась какой-то, вот знаете, слишком сложной, в ней надо разбираться, ну и я это делать не захотел. Ну а вот игра, в которой совершенно не надо разбираться, и она идет на этом компьютере вполне себе нормально, это Need for Speed Горячая Погоня 2. Как видно, тут довольно живописная такая гоночка, очень красивая трасса сделана. Ну и когда много машин, много каких-то эффектов надо отрисовывать, тогда может просесть где-то до 50 FPS. Но если вот так вот выехать из толкучки, то получается около 80-90. Вот такой вот довольно неплохой фреймрейт. Ну, в общем, в любом случае, данная игра здесь довольно неплохо работает, и можно вполне себе нормально с комфортом погонять вот так вот по красивым трассам на какой-нибудь красивой машинке. Ну, конечно, это слишком хорошо, чтобы быть правдой, поэтому тут к нам рано или поздно прицепится вот такой вот противный дядя полицейский. Ну, в общем-то, в этом и суть игры. Помимо Сталкера, многие еще писали про игру Painkiller, ну поэтому я решил попробовать ее, настройки выставил здесь на максимум, ну и с ними она идет, ну так себе. С одной стороны, большую часть времени фреймрейт держится в районе 40, с
другой стороны, в некоторых напряженных моментах может падать где-то до 20. Но вот что меня удивило, это то, что даже при таком фреймрейте каким-то образом игра остается играбельной. Управление нормально работает, то есть каких-то таких прям заметных тормозов не ощущается. Ну, конечно, я ее так запустил всего лишь для тестов, для демонстрации. Если бы захотел пройти игру полностью и вообще поиграть с комфортом, то я бы, наверное, настройки немного снизил. По поводу самой игры, ну что могу сказать. Вот не скажу, что она мне не понравилась, скорее наоборот, в целом неплохо, я бы ее оценил как выше среднего или типа того. Но при этом одной из моих любимых игр она явно не является. И причина, пожалуй, в том, что все как-то слишком серо, мрачно. Вот в отличие от серьезного Сэма, где все достаточно ярко и есть всякие приколюхи, то здесь какая-то атмосфера угнетающая, и вот мне в ней не хочется надолго оставаться. Ну вот как-то так. Следующая игра, о которой я хотел бы рассказать, это «Медаль за отвагу», первая часть. Ну, как видно, настройки графики я тут выкрутил на максимум, так что давайте посмотрим, справится ли с ней компьютер или нет. Ну и вот такое нечто среднее, но скорее все-таки нет. На максималках он ее не вытягивает. Возможно, если что-то понизить, то будет работать получше, но так вот на грани играбельности. В принципе, пройти игру можно, но хотелось бы все-таки, чтобы она шла немного плавнее. Следующая игрушка это Unreal 2. Здесь стоят, в принципе, высокие настройки, хотя тени можно еще больше накрутить, но я этого, пожалуй, делать не буду. И на таких настройках игра в отдельных местах идет достаточно неплохо, как видно, вот тут около 70-80 FPS. Так что, в принципе, в таких местах очень даже комфортно играется. Но вот в других местах фреймрейт может проседать, и вот там уже, опять же, хотелось бы поплавнее. Хотя, можно и так пройти, но лучше все-таки настройки чуточку снизить. На этом с играми, в принципе, все. Ну, что по итогу можно сказать? То, что компьютеры такого плана тянут большую часть игр, которые мне нравятся. Примерно на высоких настройках, плюс-минус. Но играть на этом компьютере, скорее всего, никто не будет. Он отправится на работу и будет использоваться как типичная офисная печатная машинка и средство для выхода в интернет. Для этих целей на него уже накатана 7-я винда и весь необходимый офисный софт. Они находятся на таком же жестком диске, который был в тестировании, но диск с XP играми я подключал отдельно, поэтому, собственно, он и находился на дне системника. Основной диск уже установлен в корпусе по-нормальному. Наверняка сейчас в комменты набегут эксперты в области информационных технологий, которые будут советовать поставить XP, поставить десятку, поставить какой-то калечный недобраузер, поставить SSD наконец. Ну что ж, могу лишь пожелать успешно внедрить ваши любимые технологии на ваших предприятиях. Большое спасибо тем, кто посмотрел это видео, особенно тем, кто посмотрел его до конца, поставил лайк, поделился с друзьями, ну и все в таком духе. Ну и на этом все. Всем пока.